двигатель 2.0 бензиновый, 211 лошадиных сил. Автоматическая коробка передач. Полный привод. Машина 2015 года выпуска. Mercedes GLC. Mercedes GLC относится на данный момент к четырем моделям, которые имеют интерьер последнего поколения. Кроме него это СК, ЕШК и ЦШК. По сути, любовь к этой марке началась у меня именно после того, как я посидел внутри. Интерьер 2 года настолько отличался от всего остального, что я влюбился. И захотел себе такой же. Непременно на светлой коже. Багажника. Багажник GLC прямоугольной формы, абсолютно ровный. В Audi A4 Allroad в багажнике постоянно что-то лежало, накрытой сеткой. В Мерседесе омывайку, коврики, тряпки и прочий хлам можно загрузить в гигантский подпол. Запаски ведь нет. Таким образом, багажник всегда пустой. Самая важная деталь – дверные штифты или дверные кнопки AMG. Для каждой модели машины обязательно существует необязательная, эстетически приятная, но обычно дорогая деталь. Для Мерседесов этой деталью однозначно является забавный рудимент из 80-х – дверной штифт или кнопка блокировки дверей. Он присутствует на всех легковых моделях. Решетка радиатора от GLC43. Я долгое время не понимал дизайн Мерседеса. Ездил на других марках. Обратить внимание на марку снова заставила меня супермодная, алмазная решетка радиатора, которую я впервые увидел на CLA. Ее особенность заключается в том, что она отлично играет на свету и создает некую ауру движения. Насадки на выхлопные трубы в стиле GLC43. В отличие от дизельных версий GLC, выхлоп бензиновых раздвоен, что не может не радовать. Для того, чтобы закончить внешний стайлинг GLC43, мне не хватало лишь раздвоенных порубков выхлопной системы. Новые диски Mercedes-Benz GLC на летний сезон. В мой комплектации Mercedes-Benz GLC изначально идут 20-дюймовые диски весом 15,28 кг. Параметры 8.5J X20E40 под шины 255/45R20. Это AMG версия с параметрами 8.5J X20H2E43 под номером B6-14-55 кг. Все секреты работы пневмоподвески на GLC в картинках.
На моем Мерседесе стоит пневматическая подвеска Air Body Control. Вот пропишут про нее эксперты авторевью. Она и впрямь убаюкивает. GLC стал первым Мерседесом и первым автомобилем в классе с многокамерными пневмостойками. Эту технологию уже 6 лет использует Porsche на хэтчбеке Panamera, сзади там по две камеры. А у Мерседеса две спереди и сразу три сзади. Более того, у грядущего E-класса будет уже 4 камеры. Они связаны друг с другом клапанами с электронным управлением. В теории, вкупе с адаптивными амортизаторами мы получаем подвеску, способную подстроиться под любые условия движения. В комфортном режиме она задействует весь объем воздуха, а в спортивном оставляет лишь одну основную камеру. Время реакции системы и глазом моргнуть не успеете. Буквально, потому что мерседесовский Air Body Control справляется за 60 мс, а мы прикрываем глаза на 70 мс. Все режимы работы подвески управляются с центрального тоннеля. Пороги. Я все-таки купил и установил пороги на Мерс. Cody. Выходные начались рано. Я был записан на установку мультимедиа-центра Command. Он представляет из себя внутренний блок с жестким диском, а также монитор покрупнее. В Россию команды попадают в основном из Европы. Мой экземпляр приехал из Рима. Даже боюсь себе представить его судьбу. Я решил ставить полный комплект, то есть доплатил 10 тысяч за навигацию, которая занимает больше 20 гигабайт и включает в себя карту Европы и России. После того, как я узнал, что Мерседес на всех нас сэкономил и не поставил пищалки в уголки дверей, то решил доустановить их. Через пару дней курьер привез мне две аккуратные коробочки. Визуализация работы подвески на Mercedes GLC после установки команд. Полировка и бронирование фар на Mercedes GLC. Audi. Коврики. Обычно использую коврики сезонно. Летом стелю ворсовые, зимой резиновые. Пару месяцев назад ребята предложили попробовать их ковры, скроенные специально под GLC. Ох уж это матовая нежная резина. Ее не хочется выпускать из рук. Начал ставить с заднего ряда. Начинаем застилать переднюю часть. Очень широкие борта не дадут зимней каше запачкать ворс.